продукты, разрушающие твой тестостерон. Чем выше в крови содержание алкоголя, тем ниже уровень тестостерона. Для мужчин в этом плане самым вредным напитком является пиво. Оно содержит в себе женские половые гормоны под названием фитоэстрогены. И как раз всем знакомый пивной живот является первым признаком женского ожирения. Вред курения для уровня тестостерона заключается в том, что приводит к сужению сосудов, что в свою очередь приводит к ухудшению кровоснабжения половых органов. Думаю, не нужно объяснять, чем вреден слабый кровяной поток. В копченых продуктах содержится коптильная жидкость, вызывающая токсическое поражение тканей и яичных желез, которые производят 195% тестостерона в организме человека. Не так сильно снижают продукты горячего копчения, так как при их приготовлении время воздействия дыма на пищу минимальное. Соответственно, нужно воздерживаться от продуктов холодного копчения. Суть действия этих продуктов на снижение выработки тестостерона заключается в том, что из-за повышенного содержания кофеина и сахара они могут приводить к обезвоживанию организма. Вообще, сахара можно потреблять мужчине не более 6 чайных ложек в сутки. И это не просто в чай бросать, а в сумме со всех продуктов питания, содержащих сахар. Оно содержит естественный коровий эстроген. Полезным такое молоко даже в больших количествах будет для детей и женщин. Уровень мужского гормона снижают сахар, кислоты, дрожжи. Здесь исключением является ржаной или отрубной хлеб. В этих сортах хлеба содержится витамин В. Он весьма необходим для стабильной эрекции. Питание фастфудов весьма неблагоприятно сказывается на всей пищеварительной системе, а также на гормональном фоне. Не все растительные масла снижают выработку тестостерона у мужчин. Главное во всем соблюдать меру. Для полноценного получения омега-3 жирных кислот достаточно употреблять до 5 ложек в день. Полезными для выработки тестостерона будут ореховое, оливковое и кунжутные масла. Эти растительные масла повышают выработку тестостерона у мужчин, а вот льняное и кукурузное, наоборот, снижают его выработку. В состав этих продуктов питания входят аналоги женских половых гормонов, фитоэстрогенов, которые снижают выработку тестостерона. Если потреблять их в малых количествах, то они безвредны, так как содержат белок. Но использовать его как замену мяса не подойдет для мужчин. Бобовый не содержит полноценный набор аминокислот, что тем самым угнетает выработку мужского полового гормона. Жирное мясо и животные жиры – основные источники холестерина. Но сам холестерин не вреден, точнее не все его виды. Вредны пептиды пониженной плотности. Они могут забивать кровеносные сосуды, налипая на их стенках. А вот как раз пептид повышенной плотности участвует в синтезе тестостерона. Чтобы не сильно заморачиваться, избегайте повышенного содержания тестостерона в организме. Точнее продуктов с повышенным его содержанием. Мужчинам полезно употреблять нерастворимый кофе в количестве одной чашки, максимум двух. Кофеин, содержащийся в кофе, уничтожает свободный тестостерон в организме. Сахар провоцирует выработку инсулина, который, в свою очередь, снижает выработку тестостерона. Излишки кухонной соли в организме мужчины могут привести к повышенному содержанию натрия, который снижает выработку тестостерона в нашем организме. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. Всем мир, до новых встреч, пока!